На месте. Мы приветствуем Мирослава, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Мирослава, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Мирослава, находит все. Начали выходить интерференты. Без первого выпрыгнул снизу. Без. Скуп. Дракон синий. Дальше. Рептилоид 2 грея. Репт 2 грея. Арахноид. Арахноид. Все. Понятно. Какая веселая команда. Считай герцовку беса над головой. 8. Считай цифры над головой синего дракона. 32-45. Считай цифру рептилоида. 89. Понятно. Лаборант рептилоид или воин? Он молчит. Рептилоид, я тебя предупреждаю, если ты не будешь мне отвечать, ты пожалеешь. Он офицер. Ты офицер. Ты в курсе, что ты должен со мной коммуницировать и отвечать на мои вопросы? Или мне выбивает из тебя показания? Он не понимает, где он, почему он там. Понятно. Молодой рептилоид, но считает себя офицером. Хорошо. Поехали дальше. Значит так, бес, суккуб, синий дракон, рептилоид, 2 грея, арахноид. Кто из вас находится в квартире еще, в доме Мирослава? Арахноид, дракон. Арахноид. Рептилоид, грея. Да. Бес, суккуб? Или там другие хозяева в доме? Другие. Хорошо, все знают, где они находятся. Повыше. Повыше, разберемся. И повыше, и пониже. Так, все знают, где они находятся. Переходим сразу к реверсу энергии. Мы отдаем вам всю темную энергию, потом забираем светлую, потом я рассинхронизирую вас, потом провожу проверку. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то из вас что-то забудет в биополе, он просто сгорит по каналам в клетке тюрьмы. Такое случалось, я никому это не желаю. Но если вы будете обманывать или не будете коммуницировать, неприятность просто запрограммирована. Итак, я даю команду тонкой копии Мирослава спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственность за чужеродную негативную и патогенную энергию, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Мирославу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Бес, как долго ты находился в этом биополе? 4 года. На что зашел? Он показывает что-то, что он знает. Что-то плохое, но что он дает разрешение. И делает вид, что он это не замечает. Угу. Оставим это так, как есть. Суккуб, сколько ты находишься в биополе? 4 тоже с бесом пришел. Он тебя привел? Можно сказать наоборот. Значит, ты был чуть раньше. Вместе они пришли. Вместе пришли. Хорошо. Синий дракон, сколько ты находился в биополе? 12 лет. 12 лет. И что ты ему 12 лет транслировал? Объясни мне. Вот мне у меня очень много к тебе вопросов по этому поводу. Транслировал по мере его развития. Да. Менялся он, менялась трансляция. Ты тормозил его развитие, дракон? А как тебе объяснить, чтобы ты понял? С одной стороны, я тормозил, а с другой стороны, я развивал. Что ты развивал? Я гибкий. Куда развивался он, туда шел, и я за ним. И что ты делал, когда ты шел за ним, когда он развивался? Ты тормозил его развитие? Он дракон... бы не нашел информацию без меня. То, что я показывал, угу. Влекло его к следующим познаниям. И чему ты его конкретно научил, объясни мне сейчас. Я уверен, ты паразит, который воровал его энергию обманом. Ты ничего ему не дал, кроме картинок,
через эти платы, которые ты транслировал ему через третий глаз. Я не настаивал. Развивался он. Я подыгрывал. Как-то ты сейчас некрасиво изворачиваешься, дракон. Я смотрел, я думал, 32-45 – это высокий уровень дракона. У них какая-то есть высокая осознанность. Я не вмешивался в его развитие. А вот это мы как раз проверим сегодня. И у меня есть такая возможность проверить, что ты сделал конкретно и какой ты ему нанес вред. Я это сегодня уточню через межгалактическую полицию, если тебе это о чем-то говорит. Как ты думаешь, узнают они правду или нет? Я не обманываю. Проверим. Зачем мне это? Ой, я тебя прошу. Если я скажу, ты мой 600-й или 700-й дракон... Тогда ты должен знать, дракона не обманывают. Еще и как обманывают. О, да. И даже слово дракона нарушают. А есть и вообще преступники, которые работают вместе с гуманоидами, и которых вместе с гуманоидами и забирает межгалактическая полиция. Не делай из своей цивилизации святую цивилизацию. Вы очень много вреда наносите. У меня не было этого в мыслях. Хорошо, я не знаю, что у тебя было в мыслях, но у меня есть возможность это проверить. Хорошо, итак, рептилоид, синий дракон сидел 12 лет. Рептилоид, сколько ты сидел в биополе вместе с Греями? 14 лет. Грей уже закончил. Хорошо, арахноид, как долго ты находился в биополе? 3 года. 3 года. Хорошо, установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Мирослав забирает всю чистую и светлую божественную энергию. 1, 2, 3. Пошла энергия божественная и чистая. Назад. Все, что у него украли, все, что у него похитили, до последнего микрона возвращает Мирослав себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Грей, что вы установили в биополе? Конструкцию? Есть конструкция. Хорошо, синий дракон, твоя плата воровала. Подсоединена, синхронизирована. Воровать в том представлении, как ты это думаешь, нет. То есть я не транслировал ее в другие миры. Соединила ее со своей цивилизацией. Я повторяю свой вопрос. В плате находится? Синхронизировано. Понятно. Значит, три яду и команду отключается. Это плата. 1, 2, 3. Все, что установил дракон на его чистоте, отключается безболезненно для Мирослава. И на счет 3 эта плата выходит. Все его конструкции выходят. Все, что он подключил, зависает в воздухе перед Мирославом. Да будет так, а так и есть. Готово. И устанавливали фильтры золотой сеточкой на этом канале. И порядки реверса забираю. На счет 3 потоком пошло назад. 1, 2, 3. Опиши. Ну, цвета, во-первых, пошли. И во-вторых, какое-то как... Я вижу его как белый такой поток. Угу, понятно. Есть. И он как человек, который очень жажда, у которого вот он их так впитывает, назад возвращает. Отлично. Хорошо, дракон. За обман ты сильно пожалеешь. Это не обман. Он не выносил плату никуда. Плата стояла в нем. Обман в том, что ты воровал. Соединенная с ним. Хорошо. Это будет разбираться уже другая инстанция. Готово. Отлично. Хорошо. Так, отправляю эту конструкцию, эту плату в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. В соседнюю клетку уходит. Пес, давай начнем с тебя. Есть лярвы в биополе Мирослава? Лярвы есть. Вера, я тебя плохо слышу. Или ты тише говоришь, или микрофон у тебя далеко. Лярвы есть, да? Лярвы есть. Где они находятся? Горло, ноги, руки. Хорошо, откуда лярва на горле? Невысказанность. Это нам знакомо. Это когда человек свои эмоции не высказывает. Правильно я понимаю? И совсем соглашается или не реагирует на какие-то определенные вещи, когда он должен реагировать. Так. Хорошо. Бес, у меня к тебе вопрос. Ты хочешь эти лярвы забрать? Хочу. Тогда давай сделаем так. Выходи, снимай сначала все, что ты установил в его биополе. Прямо на месте доложи мне, что ты все снял. Я дам тебе команду, и ты сможешь забрать эти лярвы. Приступай.
Он говорит, что тут снимать. Все явно, все видно. А что он снимает, Вера? С рук снимает он. Связал руки, да? Это даже не веревки, это от запястья и кисти рук у него как в чем-то находится. И такие же ноги. А чикало так вниз. Хорошо, бес, объясни, что это. Утяжелители? Он говорит, колдышки. Хорошо, колдышки на твоем языке – это утяжелители? Какую она реакцию вызывала? Как он это чувствовал на физическом плане, твои колдышки? Он его пометил. Он говорит, это мои энергии. Хорошо. Как твои энергии воздействовали на него? Он его показывает, как между двух миров, хорошего и плохого. Тянул он, вниз тянул. Как у тебя получалось? Смог ли ты его утащить? Смог бы утащить, не стоял бы он здесь. Абсолютно верно. Вот в этом я с тобой согласен. Снял все. Хорошо, разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в его биополе, приступая. Ничего не забывай. В паху еще лярвы. Там от суккубы, да? Суккуб твоя работа? Работа его, я лишь помогал. Понятно. Наелся. Хорошо. Все, поехали дальше. Суккуб, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Снимай ленточки свои, ошейники, все, что у тебя установлено. Объясняю, как она работала. Страсть. Угу. Собирал страсть. А что ему оставалось? Он снимает с него, грубо говоря, такие, как энергетические трусы, в которые он собирал страсть. Понятно. Такого еще не видел, энергетические трусы. Нормально. Он говорит, я с ними работаю. Хорошо, ты на этом специализируешься, все понятно. Удобно, потому что все в них скатывается. Понятно. И мне лишь остается собирать, наслаждаться. Много ты собирал за эти 4 года? И 100%, если 100% взять, сколько процентов энергии ты забирал через свои трусы энергетические? 80. 80. Нормально. Хорошо, все снял? Да. Синий дракон я плату вытащил, там больше ничего не должно остаться. Или у тебя что-то есть еще, синий дракон? Та плата синхронизирована, больше ничего нет. Хорошо, мы это потом уберем. Рептилоид, дай команду ГРМ выйти, вытащить всю конструкцию, все, что они оставили, все отключить безболезненно, вытащить. Если вы нарушите биополе или тонкие тела, я нарушу вас. Приступай. В голове у него подключка. Челюсть, глаза. Вот как. Грея, рассказывайте, как работала и для чего было установлено в челюсти и в глазах ваша подключка? Наблюдали через него. Пассивно или активно наблюдали? По-разному было. Сперва было активно, потом, когда все выяснили, синхронизировались, узнали лучше, осталось пассивное наблюдение. Хорошо, а что вы хотели узнать? Можно ли к нему подключиться и что можно высосать? Или не как... только он, это окружающий мир. Вот, тогда объясни мне, пожалуйста, эта конструкция, получается, работала и на окружение его, правильно? Брали вы из других людей энергии через эту конструкцию? Нет, через него нет. Через него нет, а через кого убрали? Брали информацию. Скажи, Грей, какой информации вам еще не хватает на Земле? Вы одна из самых техногенных вообще цивилизаций, которая просто помешана на дальнейшем своем развитии, на информации, на подключках и так далее. Какой информации, мне просто интересно, вы хотели получить от этого человека? Чего мне хватало? Каждый индивидуален. С ним конкретно была произведена работа. По чувствам. По чувствам. Какие чувства? Определенные. Да. Ситуации жизненные были предоставлены, чтобы получить ответную реакцию. И вам это удалось? Это было вначале, потом остались, как ты сказал, пассивная плата, собирающая информацию по энергиям и вибрациям.
Вся основная работа была произведена раньше. Понятно, хорошо. Все понял, вытаскивайте все. Отключайте. Готово. Хорошо, прошу арахноида выйти, вытащить все, что наставил, и полностью отключиться. Приступай, арахноид. Арахноид говорит, что он скользкий, и чтоб у него держаться на затылке и спине, он его паутиной за шею прикрутил. Почему он скользкий, объясни мне, в твоем понимании, арахноид? В нашем значении на Земле скользкий имеет два значения. Какое ты используешь? Не знаю, ты его в тупик поставил. У нас он скатывается с его головы. И чтобы держаться, скользкий. Он прикрутил его за шею паутиной. Хорошо. Вот это твое прикручивание паутиной за шею, оно отражалось на его физическом плане какими-то болями в шее? Шея, задержка речи. Это твое все было. И задержка речи, и воздействие на шейные позвонки, да? И мышцы шеи. Он, знаешь, показывает, как вот такие шапки есть, которые сбрасываешь, ну, у них как веревочка такая, сбрасываешь, да. и шапка сзади висит. Вот это была его паутина, и он сзади затылок и шея. Понял, значит, оно и вниз шло. Все да. Понятно, вижу. Хорошо, он все забрал? Да, все снял. Хорошо, переходим к рассинхронизации. Число значения 100%. Готово. Отлично. Включаю Мирослав внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 Мирослав выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, оставшиеся на чистоте беса, суккуба, синего дракона, его конструкции, его платы, рептилоида, греев, их конструкции и арахноида. 1, 2, 3. Все выдавливается полностью и формируется перед Мирославом в шар. Но у него намотался шар. В этом шаре какая-то пленка, как у него с головы сошла. Считай информацию, что это за пленка. Это как раз то, что говорил арахноид, скользкое на голове. Понятно. Большой шар, да? Шар не очень большой, как мяч, но в нем вот эта пленка, и он другими цветами стал выглядеть по-другому. Отлично. Хорошо. Открывается внизу портал, галактическое ядро под этим шаром. 1, 2, 3. Шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, я даю команду сканеру на контрольную проверку. Сканер сканирует все 7 тонких тел Мирослава и проводит контрольную проверку. Пошел процесс. Чисто. Считай, пожалуйста, сколько у Мирослава сейчас энергии и какая частота вибраций? 32,8. Ну, с такими энергиями на кладбище обычно стоят. Хорошо. Все. Подхожу к Мирославу, кладу руки на плечи и помогаю ему и моей энергией сделать импульс высокого вибрационного шока удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. На счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы. Открывается портал, галактическое ядро канала улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Арахноид, рептилоид, Греи, синий дракон. Я сейчас открою портал в дом Мирослава. Вы пойдете туда, соберете все, что вы оставили в этом доме. Дожидаетесь меня. Через 20 минут я приду, сделаю проверку и открою вам портал на вашу чистоту. Вы сможете все забрать и уйти на свою чистоту. Все понятно? Да. Хорошо. На счет 3 открываю портал против часовой стрелки в дом Мирослава. 1, 2, 3. И в этот портал уходит синий дракон, рептилоид, 2 грея и арахноид. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Все, буду отпускать. Суккуб готов выходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. И суккуб уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Бес, у меня к тебе еще один вопрос. Какая черта тебе больше всего в нем нравилась? Где генератор, где источник вот этого негатива, из которого вытекает все? Назови это слово. Молчание. Молчание. Хорошо, это энергия? Это то, что он покрывает, зная правду.
Все, отлично. Благодарю тебя, бес. Ты остался по-любому доволен. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Просто я добавлю, он все, что он говорил, это связано каким-то образом с домом. И тот, кто в нем живет. Поехали дальше. У него чакры как забетонированы. На четыре пробиваем. Все чакры, все пробки выходят. 1, 2, 3. Да, будет так, а такие. Все 7 пробок вылетают. Нижняя вышла особенно. Из нижней вышла или нет? Да, сейчас подожди. Готово. Хорошо, открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Пробки улетают на переработке. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Мирослав, мы все убрали, мы закончили чистку. Как вы себя чувствуете? Привыкаю. Тяжести этой больше нет? Энергии чувствуете? Тяжести нет, но есть жар. Это жар от энергии идет? Да. Хорошо, это пройдет, это нормальное состояние, энергии должны быть горячими. Сейчас мы будем возвращать вас назад, ваш биоробот, синхронизируем все энергии, и сразу после этого приступим к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Мирослава в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. И отключайся от объекта. И дом ты видела. На счет три ты стоишь перед входной дверью дома. 1, 2, 3. Я на месте. Хорошо, входи в дом. И я даю команду на счет три. Клетка установилась. Кто у нас там? Синий дракон. Рептилоид 2 Грея, арахноид. Неупокоенная душа. 4 воронки. Демон. Черт. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, синий дракон, ты все собрал? Платы собрал с комнат. Хорошо. Дай мне слово синего дракона, что ты больше в этот дом не придешь и к нему не подключишься. Слово синего дракона даю. Хорошо, дракон. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Рептилоид с Грэмми. Вы все забрали? Да, они все забрали. Готовы уходить? Готово. Открывается наверху два портала. Один на чистоте рептилоида, один на чистоте Грэв. Грэй уходит в свой портал, рептилоид уходит в свой портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид, ты все собрал? Потомство? Ничего не забыл? Много у него. Это да или нет? Много очень. Поработал хорошо, он собрал все. Угу. Хорошо, Рахнует, я предупреждаю, больше в этот дом не приходи, мы все будем запечатывать. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, у нас осталась неупокоенная душа, демон и черт. Хорошо, черт, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в этом доме, все свои комочки, одеялки, все, что ты раскидал, собирай, ничего не забывая, приступай. И возвращайся в клетку. По комнатам побежал, по спальням в основном. Демон, скажи мне, ты работал с чертом или он сам по себе? Все места хватит, я сам по себе, он сам по себе. Он говорит, что здесь генератор негатива. Объясни мне насчет этого генератора негатива. То есть я могу черта отпускать или нет, ты мне скажи. Пускай, я покажу. Хорошо, хорошо, ждем, пока черт закончит, и потом расскажешь мне. А я тебе соберу весь этот генератор негатива и отдам тебе в дорогу. У меня, кстати, там много вопросов. Несколько, вернее, вопросов по поводу этого генератора. Не понял ты.
Живой генератор. Это кто-то из присутствующих, который живет в этом доме? Да. Но не он? Нет. Понятно. Значит, это его брат. Если ты так говоришь, то в нем должна сидеть, вот как я сейчас вижу, 24-герцовый демон. Может такое быть? А я не связываюсь. Понятно. Я, я в доме хозяин. Я понял. Хорошо, ладно. Ждем черта. Да. Генератор идеи, он еще говорит. Твоего мира, да? Ага. А давно подключен он к вам, этот человек? Давно. У него контракт наверняка, да? Есть такой? Поглощен, он сам не понимает. Да ты что, он даже уже поглощен, то есть он стоит в воронке? Или как это мне себя представить, объясни. Можно и так сказать, борьбы нету внутри. Все понятно. Значит, понятно, кто в этой ситуации выйдет победителем. Уже вышел. Уже вышел. Борьбы нет. Кошмар. Какая легкая у вас работа. Черт, скот. Готов уходить? Черт, так и отпустишь, не подкормишь меня. Ну, постой пока. Пока с демоном, хорошо. Я сейчас перейду к неупокоенной душе. Неупокоенная душа, представься, как тебя зовут? Милена. Милена, ты давно ушла из этой жизни? 5 лет назад. А почему ты не ушла в свет, в свой портал сразу, в чистилище? Что тебе мешало? Как ты умерла? Убили, издевались. А твое тело нашли? Нет. Какой ужас. Закопано. Милена, а убийцы твои, кто это? Ты знаешь их? Или она не помнит? Она показывает мужчин пьяных. Ой. И они тебя убили и закопали, Милена? Ты далеко от этого места похоронена? Если похоронена, закопана? Не знает она. Ладно, хорошо, Милена, я не собираюсь тебя мучить и задавать тебе вопросы, которые доставляют тебе боль. Ты знала, что мы открываем порталы в чистилище, да? Тебе передали эту информацию? У меня руки связаны. Развязывай эти руки, разрезай, Влад, разрежь. Сними все, что с рук на руках находится. Угу. Готово. Готово. Хорошо. Давай сделаем так. Вот эти энергетические веревки, которые были связаны руки, уходят в соседнюю клетку. И на счет 3 выстраивай канал тем, кто эти веревки ей на руки одевал. 1, 2, 3. Если они в этом мире находятся, они притягиваются в клетку тюрьмы и становятся заложниками. Да, будет так, а так и есть. Она не хочет. А почему она не хочет? Она боится. Милена, не надо бояться. Мы откроем вам сегодня портал, вы уйдете в чистый портал. Но они должны получить ответственность. Она говорит, я не хочу наказания, я хочу уйти и забыть. Я выполнила свою программу в этой жизни. Хорошо, Милена, эти люди, возможно, убьют еще кого-то. Вы хотите этого? У нее нет, как сказать, ответственности за это. Я понимаю. В общем, она не хочет ничего, да? Не хочет ничего, она хочет уйти. Хорошо. Если она не хочет их притягивать, ставим монитор 1, 2, 3 перед клеткой, и вся информация пошла на мониторе, кто эти люди. Появляются, они проявляются. Но это появляется двое, потом третий приходит, уходит. Хорошо. Три пьяных мужчины. Три пьяных мужчины. Отлично. Хорошо, они остаются на мониторе. Милену мы сейчас отпустим. Милена, вы готовы уходить? Ее все это очень угнетает. Я понимаю, поэтому я вас отпускаю. Открывается на счет 3 портал в чистилище, светлый портал. 1, 2, 3. Куратор, все друзья Милены, все, кто ее знал, родные души, встречают Милену в этом портале, и она уходит. Мы желаем ей всего наилучшего в следующей жизни. Она влетела туда, и свет, который там, он ее напитывает. Ну, не энергии. Ей не хватает энергии, да. Конечно. Он ее напитывает, и она, ну, как дышит. Хорошо. Чтобы дальше идти. Готово.
Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, монитор стоит, у нас там три мужчины. Ты их видишь, да, Вера? Да. Ну, ты не можешь их протянуть. Здесь нет ничего намерения, это просто картинка. Хорошо, считай тогда... Никто не просит наказания. Я не имею права тогда ничего делать, все верно. Эх, Милена, Милена. Ладно, это ее право. Ничего не могу сказать. Хорошо. Убираю этот монитор. 1, 2, 3. Готов. Не люблю такие вещи, потому что правосудие пока не состоялось. Ладно, идем дальше. У нас остался демон и черт. Демон, ты что-то раскидал в этом доме? Есть твое? Много. Давай тогда, выходи, собирай все, что сначала, все, что ты оставил. Возвращайся в клетку и докладывай мне, что ты все собрал. И... Он правильно сказал, хозяин, он везде. А сколько... В основном это спальни и места, где находится много людей. Хорошо, демон, считай цифры над головой у него, пожалуйста. Общие места 18. 18-герцовый демон находится в доме. Демон, объясни мне, пожалуйста, что с этим домом не так? Ты бы не находился с 18 герцем, если бы это тебе было неинтересно. Именно из-за этого генератора, который живет в этом доме? Да. Ничего себе, генератор. Да. Он показывает дом, я говорю, общественные такие. Угу. Не общественные, а места, где собираются двое-трое людей. Да. И больше. Да. Он энергии показывает. Никого конкретно, энергии, которые он там присутствует всегда. А какие энергии ты брал у них? Он не брал у них, он собирал то, что они генерировали. Хорошо. Смех, пошлость. Смех, пошлость. Для меня это важно. Вот эти слова, которые ты называешь, для меня это определенный цвет энергии. Это я понимаю. Что еще? Назови пару вещей. Он говорит, мы с тобой похожи. И для меня это определенный цвет энергии. Но мы с тобой не совсем похожи. Мы находимся по разные стороны баррикад. Но я вижу это совсем точно так же, как и ты, как в виде энергии. Хорошо, назови мне еще пару таких вещей. Какая там тайна в этом доме находится? Есть какая-то тайна? Которая он говорит, вам... грязь. Грязь, хорошо. Из подвала там идет негатив, показывает он. А что там в подвале находится, объясни. Может, там что-то закопано? Я весь негатив тебе сегодня соберу, не беспокойся, это все твое. Мне просто интересно историю узнать. Откуда в подвале? Это при строительстве что-то было? Там никто не закопан? Нет там трупа никакого? Нет. Хорошо, там только портал, да? Портал есть, холодный. А я чувствую его, да. Собрался. Хорошо, так... Значит, демон все собрал, черт все собрал. Значит, тогда переходим к процедуре собирания всей негативной энергии, находящейся в этом доме. И я даю команду на счет 3. Большие оба шара. Большой шар? Оба? Оба шара. Большие очень. Понятно. Космический, под ним открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. И от этого большого шара низких вибрационных энергий 1/5 часть этого шара откалывается. Маленький шарик. Есть? Не маленький, он хороший мяч большой. Хорошо. Отдаем этот черту, а большой шар уходит демону. Готово. Все довольны? Черт бы побольше хотел, но доволен. Ну ты ж черт, а он демон. Ты готов? Вы готовы уходить все? Готово. Хорошо. Открывается 2 портала внизу. 1 против часовой стрелки. 1 на чистоте черта. 1 на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон уходит в свой портал. Черт уходит в свой портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я не знаю, кто там генератор. Ему будет очень плохо от этих плат. Хорошо. Мы предупреждаем. Готово. Мирослава, что эти энергии могут повлиять на людей, в которых сидят сущности высокогерцовые. Но мы предупреждали. Хорошо, поехали дальше. Есть. Мы закончили? Здесь?
Да. На счет три переносимся к машине. Один, два, три. Ты ее видела? Да, здесь. И устанавливаю по всему периметру анализа рядом с машиной. Пошел процесс. Это сущность какая-то на хвостом бьет. Направляю на нее печать семи архангелов, даю мощнейший удар. Удар. Плохо ей. Ей нельзя такие удары. Значит, она низковибрационная. Замерла в клетке. Кто ты такая? Что ты такое вообще? Что ты здесь делаешь? Имя свое назови. К чему ты относишься? Сущность. Откуда ты сущность? Как ты называешься? 3 герца. 3 герца? Как ты вообще в эту машину попала, сущность? Мы такое видели, Вера, раньше? Нет, у нее хвост какой-то набьет им. То есть она сама как длинное что-то и бьет. Как червь. Если ты сейчас будешь хвостом бить мои клетки, я тебе хвост отрублю. Тебе это понятно? Перестала. Отвечай на мои вопросы. Откуда ты взялась здесь, в этой машине? Слякоть. Как долго? Слякоть. Как ты влияла на водителя этой машины? Обволакивала его, закручивалась вокруг. Из-за этого он засыпал через час езды на машине? И тепло было на нем, да. Понятно. Хорошо, сущность. Я тебя предупреждаю. Если тебя второй раз увижу, ты уйдешь в галактическое ядро. Я запечатаю сейчас эту машину, залью энергией, от такой, от которой ты просто сгоришь. 10 миллионов герц. У тебя 3 герца. Но тебе хочет. Что ты оставила в этой машине? Брызги свои. Собирай все свои брызги. Выходи из клетки, собирай все брызги, возвращайся назад. Пошел процесс. Они как летят к ней все. Присоединяется. Хорошо. Потом. Хорошо. Все, отпускаю тебя. В следующий раз со мной встретишься, тебе будет плохо. Да, и понятно, и она не специально пришла. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте этой сущности. 1, 2, 3. Сущность забирает все, что она с собой принесла, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. 3 герца. Ей не хватало энергии, и поэтому она обволакивала. Туда, куда она уходит, ей там лучше. Это то, что от нее идет. Ну, из слякоти, из грязи я такого еще не видел. Хорошо, Верочка, мы закончили? Да. Переносимся к входной двери. 1, 2, 3. Отключаемся от дома и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.